Так, прыгните 5-1 прямо на ходу, на мозге займите. Давайте стрелок какой-нибудь. Речь, 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 давайте. Спасибо. Все, спасибо. Так, так. Да, блядь, идущий столб, сука. Блять, на правой стороне. Да, да кто это? Тут свои попали. Кажется, мы далеко уже поехали. Свои, что ли? Не-не-не, наших там нету. С северной стороны это противник был. Да. Здесь строимся. Все, выгружайте сейчас. Блять, наш подорвались. Пасу, пасу, я снайпер, я пасу. Противник на север наблюдает движение, там два тела. На юге, сопля есть. Выгружайте, все, выгружайте, все, все, выгружайте. Блять, кто на сопле? Откуда работают? Противник Фобио подходит с западной стороны. Откуда работает? Сметки брал. Что произошло? Они там в упоре, они там сейчас на гранату прокидывают. Идут. Чего еще скажи?
а я всех остальных. Как здесь могла оказаться Сишка, если здесь не было врага? Может быть миномет, но я не помню. На связи? Это был не миномет, это было две Сишки. Если бы миномет, там бы слышно было. На всех случаях утикнем нахуй. Да, хабы, пиздец. Попробуйте меня поднять. Все, спасибо. Блядь, а чё, почему вы не спустили? Есть патроны там? На. Давай. Не, все не ставится, походу где-то враг. Держите захват, короче, шкерьтесь пока. Хиран. Кого? Бля, если умираете, не вставайте. Не надо вставать, а вставайте. Ждите, если умираете, ждите, не гибапайтесь. Ты на связи? Самсук, не надо, короче, бегать вдали от склада, где-то хуй знает где, пожалуйста. Если умер, то жди. Давай миномет вам обстрелить буду. Ты метку дай сходной. Я обстрелить буду с миномета. Склада, который его построил. Давай лучше к нам подходи. Так точно. Короче, у нас здесь стоит, блокирует проходы между фобами. Да, передо мной много в реке. Спасибо. А техника движется. Короче, зэпаем склад. Сейчас я попробую еще раз равик откинуть здесь. Потом сцеплю, заберу. Много с севера, много, заходит уже. Через тапочку сюда проходит, блядь. Я вот здесь уже. Осторожность, прям за зданием у нас тут. А они рядом, мы не шли. На здании, залез, сука, на здание залез. У них хоба, они весь сегодня построил. Они... Свободный гивап, вставайте на хабе, подходите к лавендеру, если умираете. Дэф ему лавендер. Свободный противник идет на востоке, вижу движение. Подожди, там на востоке противник. Понял. Смотри, там на востоке.
кинуть пока, подожди. Сейчас. Медик, давай за мной. Да, иду. Захватывать точку начали. Ща я встану. Осторожно. Они, кажется, с юго-запада накрывают. С юго-запада, осторожно. Могу найти. Так, ты сейчас умер, встаньте на мейн. На мейн нужно продать. А, блять, заказ. Сейчас подниму. Вставайте на ролик и занимайте лавандер. Брали, сняли.
Тогда вставайте на хабе на юге, который. Или ждите хаб нового. Десятый сейчас построит. Моню поднимешь? Капец какой. Сейчас я не смог до тебя добраться. Меня закрыли сейчас. Так, подожди, а ты в нашей поликлинике прописан? Точно, я тебя чуть не помню. Ну как? На экзамен зарегистрироваться. Так, иди сюда. Сейчас, подожди, я вот этого подлатаю. Я вообще внизу спал, даю выше, блядь, компаунд. Там, блядь, тенами постоянно много. Перед вами, блядь, пример. Смотрите, там движение было на северо-востоке. Это движение повсюду. А вот, все, сняли, спокойно. Казах справа. Справа за стеной сразу. Вот возле дырки где-то. Алик там. А, да. А че вы на южном хабе третесь? У вас там щемят, да? Или что, выйти не можете? Да, да, да. Не можем. Подходите к новому хабу и да, дальше лавандер стать дофите. Он че, сдох? Да я патронов подкину, че вы понимаете. Противник здесь.
Где? Если кто-то мертвый есть, на мейне встаньте. Кто там? Руморфен. Руморфех. Я думаю, там кто-то возник. 3 секунды. Эти люди окружают. Садись, сел, да? Да, зачем вставал я? Перед тобой, казах, перед тобой где-то в поле стоит. Лево, убил? Лево. Лево, посередине где-то. Убил. Еще. Там какой-то вообще то ли бот, то ли читер, блядь. Он стоит, кружится, блядь. Не шевелится даже, и стреляет в голову сразу. Убил. Еще, ё-моё. Там что-то вышло. Вдоль забора крутся они. Понятно. Лазер стоит, заходи. Я там игры наложил. Блять, тупо донатами закидывай. Чё ты слева. Спасибо большое. Медик. Лежите, сейчас сам отхилюсь, подниму. Спасибо. Может не поднять. Бронетехнику вижу, 45. Парни, поднимите меня. Сейчас всех поднимем, ребят, лежите. Слышу,
На 8. Меня залез, я остальных подниму. Искрис на востоке. Поднимай медика. Офигеть. Еще один бежит. Тут я видел, как я вражеский складной забежал внутрь. Спасибо. Я, ребят, потом до фула поднимать, потому что на них будет делиться. Мне проще тебя сначала вылечить полностью. Так что они хотя бы как-то сражаться могут. Ну да, их убью, да, но после этого здоровье вернутся. Спасибо. Ничего, вам зашли в промаунт. Олег, вы там вроде бы в этот раз с тобой. Вижу. Прям вот прям там окошечко есть такое. Уже убили. Рядом под заборами ходит и как стреливает. Все. Давай, давай, мне бы мешок, мне битва ни одного не осталось. Через стенку, залазь через внутрь. Стенку, через стенку. Залазь внутрь, мне мешок уже. Еба покемон. Блин! На севере. На севере, блядь. А я убил, убил. Ага, спасибо. Санитар, санитар. Кому там санитар? Спасибо. Тут немножко не выбит. Спасибо большое. Спасибо. Ничего, подключи. Спасибо. Алика, иди сюда. Алика. Все, короче, давайте копи фарм проходите пешком. Давайте прям по полям, короче. Хорошо, а на обороне кто останется? Нам нужно, короче, просто найти, откуда они идут. Я понял. Севера. А теперь? Давайте, короче, вот через север туда идете. Вот, надо, короче, найти, где у них хаб, и нейтрализовать его. Собственно, в этом и смысл дефа. То есть просто сидеть на фланге бессмысленно. То есть, типа, мы его так не удержим. Они опять собьют. А если мы снимем их хаб, то тогда выиграем. Давайте по метке движения, короче, сдвигайтесь. Давайте инфу по хабу. Подними. Опля. Кажется, запад весь уже в синяках, они там вряд ли оттуда пойдут. В компах противник.
вот на метке движения как раз таки. Ну, рассредотачьтесь, не идите в лоб, обходите со стороны. Подними. Че, видно хаб? Че, ушли что ли? Нет хаба? Нет. А, они ушли отсюда. Типа откопались? Да. Ну тут машина стоит как раз, Урал. Я понял. Колеса пробейте. Да, он взорван. Не думаю, что это поможет. Да, они уехали. На Побифарм тогда двигаться или? Да, двигайтесь на Побифарм. Ну все, походу все в хабы снесли. Поэтому они не возьмут Побифарм уже. Ну, в смысле, лаундеры стоят. Так, меня здесь вальнули, короче. Где-то есть кто. Смотрите назад сейчас. Не иди. Чекните вот этот компаунд. Хорошо, я рядом. Подкопали эту хабу. Медики, на крышу поднимите, пожалуйста. Подкопать. Сейчас. Ничего залезу. Пропрос, слышишь, пена! Да вам кричат, пиздец. Ну, тут, короче, пока чисто, пока ничего не видно. Только техника есть. Понятно. Тогда вот вы вдвоем, кто там медик и стрелок, можете добежать сейчас пешком до Лаундер Эстейт, до нашего хаба? Так. Да, конечно. Сейчас, короче, миномет кинем. Медик. О, ебать! Все молодцы!